такая интересная история. У нас были утята, и они куда-то исчезли. Вот девушки их ловят, говорят, что утят загрызла. Вот утенок последний остался. Загрызла собачка маму, утку. Вот. И вызвали специалистов из Сириса. Они 6 утят поймали, отвезут в надежное место. Вот 7-го ловят 7-го. Вот девушки как раз из этой организации. Ну, что-то они не хотят ничего нам рассказывать почему-то. Ну, будем надеяться, что они нас не обманывают. А о чем-то вы не хотите рассказать? Расскажите что-нибудь об этих утятах, что случилось с ними? Я тут ничего не знаю, я просто тут мимо проходила, что называется. То есть вы вообще не с этой организации? Нет, конечно. Странно. Ну вот он утенок один остался. То есть собака загрызла, да? Ну, говорят, что собака загрызла мать. Утята остались одни, они еще маленькие. Ага. И вызвали волонтеров, и волонтеры их. Волонтеры сами всех вытаскивают, да? Да. Ну такая вот история. Ну, значит. Просто все зеваки, что ли. А почему вот человек убежал, не захотел фотографироваться? Ну, потому что просто ни при чем, что называется. Обычная организация. Ну, ладно, хорошо, спасибо. Вот он, утенок. Еще раз его покажем. Ловим 7-го утенка. 6 поймали, отвезли в организацию по реабилитации диких птиц Сирин. Улица Ольги Форш. Сад Прометей. Утка кряква сидела с утятами. Утку загрызла собака. Вот 6 уже отвезли. Ловим 7-го. Как видите, это довольно непросто. Вот тут волонтеры целые, команда большая с очками. С берега 6 взяли, 7-й не давался, и вот пришлось вызывать подкрепление на лодке. Ребята приехали, пытаются поймать 7-го утенка. Вот он, красавец какой. Вот так его ловят. Пока, как видите, безрезультатно. Пошли. Мамочка, ну ставьте водосачок. Просто окуните водосачок, вы его чтоб не макать, да. Ага, фиг, он не хочет. Ну вот его обложили уже со всех сторон, как волка. Как волка обложили.
Никак, видите, надо еще одну лодку, наверное. Никак одного утенка мы поймать не можем. Ловит его, потому что если его оставить, он слишком маленький, его просто собачки загрызут. Ну или другие там чайки, например. Ну, видите, сколько собак. Волонтеры ходят. В камыши его загнали. Дальше идем. Опа, никак, не. Опа, и все. Ушел. Ушел. Сейчас вынырнем где-нибудь. Где он? Где он, красавец? Вот в воду. Сейчас где-то. Вон он. Вот, смотрите, где он вышел. Смотрите, где он вышел. Вот это красавец какой. Тут интернациональная бригада. Вот, пошел. Опа, да. Вот так его можно и прибить. Надо просто положить в воду сачок и поднять на пару снизу. Когда он... А вы представитель этого сирена, да? Нет. Тоже нет? А кто же у нас из этого сирена? Вот мы никак найти не можем. Одни волонтеры, а представители сирена мы что-то так найти не можем. Вот всех фотографируем. Все одни волонтеры, все молодцы. Ну, видимо, местные жители все. Видимо, все местные жители. О, куда он побежал, смотрите. Поплыл. Красавец какой. Одного под водой поймали. Но они уже шестерых поймали. Шестерых поймали. Ну, идем посмотрим дальше. Посмотрим дальше. Вон он, красавец. Но ведь он должен когда-то устать, наверное, да? Как вы считаете? Он тоже волонтеры здесь. Как вы думаете, должен он устать, нет? Это его родная стихия, как же он устанет? Давайте немножко перейдем. Чуть-чуть. Красота какая. Какая. Тут репортеров очень много всяких тоже. Все хотят зафоткать этот момент. Самый главный момент в этой жизни. Поймать утенка. Да. Да, он ребенок запрещает глупым взрослым. Их семеро, как вы видите, вчера я...
делать? То есть мама всех собак, если сказать, маму съели. Да, а вы видели, присутствовали, да, при этом, нет? Нет. Нет? А то вот как кого не спросишь, все знают, но никто ничего не видел. Ну, мы их уже целый день сегодня, по-моему, шестерых выловили. Вот ага, уже. Ага. Нет, не надо меня. И все боятся почему-то камеры. Я не боюсь. Никто не хочет говорить на камеру. Шестерых уже выловили, забрали и увезли. Их сегодня должны в Сирин, да? Ну нет, но сегодня там девушка-орнитолог их согревает, а завтра их будут пытаться подселить в другое озеро, в другое утки. Угу. Ну там профессиональные люди, мы просто как волонтеры помогаем. А вы местные, да? Или да. Ну вот отсюда, с этих домов, да? Да, мы с вами даже в друзьях ВКонтакте. Да? Ну вот они хотите на камеру говорить. У меня группа ВКонтакте, утята с Прометы. Покажу, как они фильм выкладывают. А вот мне это скиньте там в вашу группу, чтобы. Утята с Прометы. Ну я могу просто забыть. Так, ну что у нас с утенком? Ну вот, в общем, оказывается, это все достойные люди, уважаемые, занимаются этим вопросом. Так что теперь мы за утят спокойно, их действительно отвезли в хорошее место. Это местные волонтеры, местные неравнодушные люди, как мы видим. Ну, я думаю, что... Его так целый вечер можно ловить, да? Знаете, как сначала очень долго вообще никого не могли поймать, потом... поймали, потом 2 часа... Потом 2 часа ломили, да. Ловили следующих. Ну их уже, вот шестерых уже отвезли. Ясно. Ясно. Ну идем дальше, идем. Наша погоня продолжается. Вот, значит, ну вы слышали, да, что их орнитологи будут пытаться... Самое главное, скажите, чтобы собачники не пускали собак разорять гнезда. А у нас же, кстати, вот еще одна уточка там здесь сидит. Даже не одна, а две, наверное. Ну, так и лосуха тоже уточка. Их даже две, по-моему, там еще одно гнездо, тоже село недавно. Ну вот... Там, скорее всего, уже скоро, да, будут утята. Вот, уважаемые... Главное, чтобы собачники не отпускали собак и разорять гнезда. Уважаемые собачники, вам тут такое послание. Вам-то, я понимаю, как бы все равно, а собаки, которые идут, тем более крупные собаки, да и даже мелкие собаки, когда они идут в озеро, то они вообще-то... Вы же прекрасно видите, где эти гнезда. И вот я тоже, когда ходил, я не раз видел. Стоишь и смотришь на эту собаку, да, и ждешь, когда она прыгнет на это гнездо. Но это, конечно, ненормально. И рядом стоит какой-нибудь полупьяный жлоб с этой собакой. Ему абсолютно наплевать, куда эта собака идет, кинется на ребенка или на утенка. Ну, что сказать, бывает такое. Ну, что, поймаем мы сегодня вот утеночка или нет? В принципе, у них утиные... Народ боится, честно говоря. Все... Ломанный какой-то... А сейчас выйдет, кстати, на самом деле. Он уже 2 раза пытался на берег выйти, ему не дают просто. Ну хорошо, давайте постоим. Давайте постоим. Не надо. Просьба не подходить сейчас к нему. Может быть выйдет. Подождем. Отвязайте.
людей на самом деле оказывается, как много. Вот. Уже сутки вчера, да? Ну, то есть, ну, как-то они ночь пережили, значит. Так. Я его сейчас потерял. Пока оглянулся. Тут были две девчонки, которые орнитологи. Они по пояс заходили в воду. Они все были насквозь уже мокрые. Вот они как раз ловили. Сейчас уже таких не осталось. Ну, понятно. Тогда, ну, теперь я понял. То есть они были профессионалы, просто они... А уехали и остались они волонтеры. Но они повезли тех шестерых просто, если тех было не увезли. Не, ну я ничего не говорю, уже... я просто мы не могли информацию найти, никто ничего не говорил. Знаете, нас послали, Прометей не разместил. У нас удивило это. Группа Прометей? Да. Что это за группа такая? Муниципальный округ. А, ну это может быть. Ну, Марианна же, по-моему, в группе сказали, было это. Приходить помогать. Не, сказали, не, я не видела, не, 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 не знаю. Насчет этого ничего не сказать. Я же не. Марианна была уже про это писать, да? Вот девушка прочитала у нее в группе. Слушайте, я даже не читал, честно говоря. Я же не блогер никакой. Я же такой же неразрушенный человек, всего лишь. Это же не моя группа. Мы с вами переписывались даже. Ну вот видите, как бывает. Так. Утенок у нас. А, вот он. Он уходит под воду. И опять выныривает. Утенок вообще сегодня просто. Так это его стихия родная, я не знаю, в принципе. Просто очень долго в воде. Орнитологи говорят, что как бы их должна греть мать. Их уже сутки мать не греет, что да, что вот, если сегодня его не выловить, то шансов не будет. Он просто замерзнет. Там еще через 2 дня плюс 2 градуса ночью. Ну да, у нас похолодало. Продолжаем наше повествование. Вот он идет. Пытается выйти, может быть выйдет. Ему, в принципе, да, ему, наверное, там холодно уже. Пошел. Да, ему, конечно, уже тяжело. Из последних сил. Все, он запрыгнул в камыш. Ну или как там это называется? Ну, назовем это камыш.
подходить близко. Ну, сейчас, естественно, тут надо бабушкам подойти. Так, ну вот, может быть финальный аккорд. Там, кстати, смотрите, здесь тоже еще голова чья-то, это тоже утка какая-то сидит. Вот. Так. Облава идет со всех сторон. Сейчас. Посмотрим, вот смотрите, он уже бедный туда спрятался. Ну вот опять, естественно, толпа. А вот вам девушка тоже с каким маленьким сачком. Ну что, может быть, ей повезет сегодня. Посмотрим. Так, а вон он, смотрите, мы пока болтали. Ну, в смысле, пока я болтал, утенок уже вылез оттуда и пошел дальше. Идем. Ну вот он, бедный. Так вот его сейчас поймать-то, его же надо будет куда-то, а девушке вы это, ну, самое. Если на одну ночь я сказала, что его возьму, если никто не возьмет, я его на одну ночь возьму, а завтра встречусь с. Это да, будет туда, да, ну. А, ну нет, ну если что, я как бы сказала, что я возьму, у меня теплый пол, то есть мне уже все научили теплый пол, главное, да. Ну вот видите, сколько у нас неравнодушных. Мне сказали, чем накормить, теплую воду, коробка-тряпка на теплый пол, максимум на теплый пол включить, и яйцо сварить. Самый момент. Похоже, он нырнул, да, и что-то его потеряли. Опять. А нет, он видит. Мальчик его видит, что он где-то там, видимо, близко к берегу уже. Не получилось. И в этот раз не получилось. Ну, в смысле, тяжелая работа, конечно, для утенка. Опять исчез.